Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новый выпуск программы «Контекст». С вами Ирина Смирнова. Сегодня говорим о проекте закона о бюджете на 2022 год, увеличении пенсионного возраста и какой будет зима для молдавского народа. С гостем нашего эфира экс-премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику. Здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Для начала очень интересно услышать ваше мнение о наших досрочных местных выборах на пост мэра Бельц. Действительно, в нашей северной столице проводится выбор примара после того, как предыдущий глава городской администрации подал отставку. В воскресенье будет второй тур. Надеемся, что выборы пройдут без нарушений, и все бельчане смогут свободно выразить свой голос. Да, мы знаем результаты первого тура, желаем успехов кандидатам во втором туре. Мы знаем и надеемся, что выбор бельчан или тот кандидат, который выиграет выборы, попробует свою программу, те обещания, которые дают бельчанам, чтобы выполнить. Хорошо, Иван Васильевич. Да. Я не хочу комментировать и не хочу характеризовать кандидатов. Я думаю, что бельчане сделают лучший выбор во втором туре. Иван Васильевич, выскажитесь о решении ЦИКа, что если один из кандидатов во втором туре снимает свою кандидатуру, то во втором туре участвует следующий кандидат, который является следующим по количеству набранных голосов. Насколько я помню, такого еще у нас не было. Я тоже не помню такое, но я очень надеюсь, что оба кандидата, которые прошли во второй тур, будут ответственно относиться к, прежде всего, к жителям города Бельца и к тому, что представляет местная власть. И я надеюсь, что они не сделают вот такие шаги. И тем более я очень надеюсь, что власть, которой заведомо не нравятся результаты первого тура, не прибегнет к каким-то недемократическим шагам, такие как, например, исключение одного из кандидатов из выборов. Вы прямо вывели меня к следующему вопросу сами. Марина Таубер заявила на брифинге, что Николай Григоришин выйдет из избирательной кампании, она будет снята с гонки, а Борис Маркач станет примаром Бельц. Что вы думаете по этому поводу? Решится ли партия власти на такие действия? Если да, чем тогда они будут отличаться от правления того же Плохотнюка, который всеми способами пытались усадить в нужное кресло нужного человека? Я очень надеюсь, что власть не допустит этого правонарушения, потому что мы видели объявление после первого тура, не было никаких там нарушений явных, которые бы, по крайней мере, официально не было представлено, которые бы могли как-то повлиять на результаты первого тура. Поэтому очень надеюсь, что власть не допустит этого. Хотя мы понимаем, что ей не нравятся результаты выборов. То, что говорит один кандидат о другом или наоборот, я думаю, не нужно комментировать. Это предвыборные штучки называются. Да. Пусть лучше кандидаты концентрируются на программе, на том, чтобы какие проекты они хотят внедрить и исполнить в городе Бельца, а не говорить о том, что сделать след его контркандидат, останется, уйдет и так далее. Иван Васильевич, также хотела бы с вами поговорить по поводу ремонта самой длинной дороги в Бельцах, дорога Дичибал. Я уверена, что вы помните вашу поездку к нам, когда вы приехали, и также к вам по поводу ремонта этой дороги обращался Рената Усатый. Но в предвыборные кампании обычно все политические партии пытаются как-то вот одеяло на себя перетянуть по поводу ремонта этой улицы, кроме вас, потому что вы действительно, это ремонт дороги происходил во время вашего правления. Кроме вас, кому еще должны быть благодарны бельчане в том, что эта дорога все-таки была отремонтирована? Бельчане должны быть благодарны себе в первую очередь, потому что эта дорога была отремонтирована из их денег, из налогов, которые в том числе бельчане платят, а не из кого-то кармана. Да? То есть
благодарить нужно именно тем людям, которые платят эти налоги. Но если мы говорим вообще об инфраструктуре, то, к сожалению, наша северная столица имеет одну из самую разрушенную инфраструктуру дорог в стране. Да? Поэтому то, что была отремонтирована одна улица или две, это не является каким-то большим достижением. Я очень надеюсь, что новая власть и местная, и центральная сделают так, чтобы дорожная инфраструктура не только в Бельцево, но вообще во всех населенных пунктах или этому вопросу будет уделено должное внимание. К сожалению, мы в этом году, например, не видели, чтобы было выделение тех денег на тот знаменитый проект «Хорошие дороги», потому что, кстати, в прошлом году именно по этому проекту мы выделили и Бельцам, и Кишиневу больше денег, чем раньше. Поэтому вопрос важный, чтобы инфраструктура, прежде всего дорожная, в населенных пунктах и, конечно же, в Бельцах, как очень важный и экономический, и административный, и культурный центр, чтобы власть выделяла необходимые деньги. Еще раз, это не деньги премьер-министра, это не деньги президента или партии, это деньги людей, налогоплательщиков, которые платят, в том числе в дорогу. Да, просто видите, как начинается какая-то предвыборная кампания, каждая политическая партия начинает тянуть одеяло на себя, что это благодаря им было отремонтирован тот или иной участок дороги. Это не делает чести ни одной партии, тем более ни одного политика. Это значит считать людей, считать электорат, извините за людей, которые не понимают суть вещей. Значит, еще раз, дорогие бельчане, ни Кику, ни Дадо, ни Санду никто вам эту дорогу не построил, не усатый. Вы ее построили за ваши деньги. Иван Васильевич, давайте перейдем к политической ситуации в нашей стране. В первом чтении был утвержден проект закона о бюджете на 2022 год. Согласно законопроекту о бюджете на следующий год, зарплаты депутатов увеличатся на 1400 леев, это более чем на 7,5%. Проект также предусматривает увеличение зарплаты президента на 1500 леев и достигнет 21 тысячу. Оклады педагогов повысят всего на 316 леев. На 8 миллионов увеличится финансирование за счет бюджета политических партий. Кстати, УПАС большее число депутатов и получит, соответственно, больше денег. Вместе с тем, фонд социальной поддержки получит на 11 миллионов леев меньше, чем в 2021 году. Однако депутат правящей партии ПАС Раду Мариан сказал, что у них впереди еще 4 года, чтобы построить нормальную страну, в которой хочется жить. Хочется ли жить в этой стране? Да, вы практически назвали цифры, которые вызывают большое недоумение у людей, которые понимают, что означают эти цифры. И даже не их абсолютная величина этих цифр, а именно сам подход власти к формированию этого бюджета. Потому что вы правы, действительно, идет повышение зарплаты очень неравномерно, если сравнивать вот те категории, которые вы сказали. Да, действительно, для депутатов базовая зарплата повышается на 1394 лея в месяц. Да? Там президенту, премьер-министру или спикеру парламента на 1500. Тогда, когда, например, учителю в школе на 316. В детском саде на 279, если мне память не изменяет. То есть ясно видно, что ни о какой солидарности, которую говорила Майя Санду и вся эта партия во время предвыборных кампаний, не идет речь. Просто забывают все, что обещают, и ведут себя вот таким образом. Особенно в период, когда очень сложно будет населению зимой, и цены растут все. И не только на газ, кстати, и отопление. Поэтому такой подход действительно отражает, наверное, неуважение к людям и к тем людям, которые их избрали в конечном итоге. Да, мы видим явный перекос не только по части роста зарплат или повышения зарплат. Кстати, это не повышение, если смотреть на прогноз инфляции на следующий год, который тот же Национальный банк прогнозировал, порядка 15% прогноз по инфляции, тогда, когда повышение зарплаты
тем же учителям на 5,6% означает, что на самом деле реальные доходы бюджетников упадут, а не вырастут. Поэтому речь даже не идет о повышении, а наоборот о какой-то, опять же, индексации. Но есть, понятно, что и другие цифры, которые вызывают очень, и мне кажется, вызывают вопросы серьезные. Ну, например, по части финансирования тех же учреждений. Давайте возьмем, например, президентскую администрацию. Вы помните, как госпожа Санду в период, опять же, до того, как она стала президентом, все время говорила, что снизит расходы на содержание президентской администрации. Она не только говорила, она требовала это от предыдущего президента? Вот именно, да. Она говорила, по-моему, по цифру 18 миллионов. Так вот, после того, как два месяца назад она уже на 2021 год себе на 2,1 миллиона людей уже повысила расходы, на следующий год еще повышение на 9,3%, да, 32, по-моему, в конечном итоге. Это опять же говорит о том, что люди теряют совесть сразу, как вступают в эти высокие кабинеты. То есть стыдно должно быть за это. Очень сильное повышение бюджета госканцелярии. Да? Вот, вырос бюджет на 2022 год для госканцелярии до 690 миллионов рублей. На 250 миллионов или на, по-моему, 56%. Понимаете, то есть бюрократия, которая работает в госканцелярии, работает в правительстве, там решила себе повысить бюджет на 250 миллионов. Понятно, что они аргументируют, что нужно для этого, но почему тогда нужно снимать деньги с фонда социальной поддержки населения, из которого, кстати, финансируются те же социальные столовые. Люди, которые имеют маленький доход, могут хотя бы один раз в день там покушать что-то, да? За счет государства. Так вот, вы правы, действительно, снизили ассигнование на этот фонд, по-моему, на 11 миллионов рублей. Не забыли, конечно, повысить финансирование политических партий. Опять, по-моему, на 8 миллионов рублей. 8 миллионов, да. Да, и вы правы, что основная часть этих денег, этого роста, уйдут партии власти, потому что у них больше всего депутатов и так далее. То есть это... Опять говорит о том, что власть не относится совестно к населению и к тем людям, которые их избрали. Есть там еще много таких перекосов. Мы видим финансирование, например, Конституционного суда выросло на следующий год на 13 с чем-то процентов. То есть приоритеты ясны этой власти. Еще раз говорю, в условиях, когда год будет очень-очень тяжелый из этого кризиса ценового, газового и так далее, вот таким образом распределять деньги налогоплательщиков, это, мне кажется, это преступление. Тем более, что этот бюджет был составлен и утвержден в правительстве без того, чтобы кто-то его видел из местной власти. Например, я уверен, что местная власть Бельцев не видел, как не видел ни один примар или никто. Даже министерство не видели, не говоря уже о профсоюзах, патронатах и так далее. То есть разработали под столом этот документ, поделили деньги, и они подумали, что мы не увидим, как они это делают. Очень стыдно мне, я бы и хочу сказать за эту власть, что именно так поступали. Иван Васильевич, коль мы уже затронули сторону бюджета, я не могу не затронуть особый статус Бельц. Да? Это, наверное, сколько депутатов у нас было от Бельц, еще никому не удалось как-то продвинуть этот особый статус Бельц. Вы понимаете, что это будет возвращаться определенная сумма Бельцам, намного больше на тот же ремонт дорог и так далее, на инфраструктуру. Я думаю, что вы видели, что также Уланов попросил, чтобы... говорили об этом законопроекте, но он так и не был опять проголосован. О чем это говорит? Ну, во-первых, это означает, что только в период предвыборной кампании возникает вот этот акцент на особый статус Бельц или других населенных пунктов или регионов. Понятно, что эти политики используют вот эту кампанию для того, чтобы на фоне проблем, которые имеют Бельцы, вот эти вопросы поднимать. Я хочу вам сказать так, как я думаю по этому поводу. Конечно, если у какого-то населенного пункта есть депутаты в парламенте, они могут быть под
как вам сказать, влиянием своих горожан, да? Например, да, избирателей, то есть, в данном случае будем говорить о бельчанах. Да, да, чтобы продвинуть какой-то проект и так далее. Да. Но мы должны понимать, что из-за того, что каждый населенный пункт будет иметь специальный закон о своем специальном статусе, деньги в бюджет местный больше не появятся. Понимаете? Это, к сожалению, происки политиков, которые начинают говорить, вот мы получим какой-то статус, у нас будет больше денег. Да, есть вопросы по распределению денег, которые вот платят налогоплательщики, да, и физические лица, и юридические лица. Ну, юридические, здесь в основном, пока, насколько я знаю, вопрос стоит именно в юридических лицах, чтобы возвращался процент от их налога. Ясно, что платят, да, поступают в местный бюджет, это ясно, но всегда считаются вот эти деньги, сколько город собирает, сколько получает и так далее. Но мне кажется, это не конструктивный подход, потому что если, например, Кишинев будет говорить точно так же, дайте нам все, что мы собираем, и нас не интересуют другие населенные пункты, в том числе Бельцы и так далее. То есть мы не можем просто исходить из такого подхода, что, например, Кишинев, Бельцы, там еще Кагул собирают больше денег, значит, они эти деньги остаются им. А что делать с другой частью города, страны и так далее. Мы же понимаем, например, что в Бельце или в Кишиневе сконцентрированы большие предприятия, да, которые ясно, что работают, ясно, что экспортируют, ясно, что зарабатывают. Но работало бы, например, Флорис Арглы в Бельце, если бы не было поставки подсолнуха из сел или из аграрных регионов. Да? То есть тут не надо вот стараться делить бедность, да, тут надо наоборот делать так, чтобы то, что бюджет собирает, распределять разумно и прежде всего, как мы уже говорили, на инфраструктуру. Правительство должно находить деньги, в том числе заемные, и направлять на ремонт инфраструктуры, потому что без этого мы потеряем и Бельцы, и Кишинев, и тем более районных центрах, когда говорим. Поэтому, если честно, я не думаю, что это конструктивный подход по закону о специальном статусе Кишинева, Бельцы или другого. Это мое мнение, и мы можем, конечно, обсуждать этот вопрос еще, но на этом этапе я считаю, что вот эти политики, которые вы напомнили, значит, указали, просто делают предвыборную кампанию на этом фоне. Но я правильно вас поняла? Особый статус не гарантирует того, что в бюджет муниципии Бельцы будет поступать больше денежных средств? Понимаете, чтобы поступали больше денежных средств, эти средства надо собирать, во-первых, во-вторых, у кого-то брать, да? То есть, да. Нет, это не конструктивный подход, еще раз говорю. К сожалению, это популизм и ничего более. Да? Я понимаю, что бельчане, жители города Бельцы находятся вот под этим впечатлением, что вот город платит много, получает мало. Но еще раз говорю, все у нас взаимосвязано. Мы не можем говорить, что налоги, которые платят бельские предприятия, это исключительно заслуга бельских предприятий. Да? Я уже говорил про эту цепочку, да, снабжения и так далее. Поэтому Бельцы, города, нуждаются в больших инвестициях в инфраструктуру, и это должно быть выделено с центрального бюджета. Не нужно вот путать эти понятия, специальный статус и так далее. Я понимаю, что, возможно, делается аналогия с автономией Гагаузии, да, что там есть чуть-чуть по-другому и деньги, и налоги, которые собираются. Но там есть особый статус, есть еще 94-го года, если мне память не изменяет, принято эти решения. Я не считаю это конструктивным подходом, еще раз говорю. Получится у нас дальше парад суверенитетов, парад специальных статусов и так далее. Это ни к чему хорошему не приведет. И в конечном итоге те же бельцы пострадают. Хорошо, но вы сами сказали, что в Бельцах довольно-таки в плачевном состоянии находится инфраструктура. Как чуть улучшить состояние ее?
не только в Бельцах, но в Бельцах видно, это видно, потому что многие годы действительно не выделялись необходимые средства. Еще раз говорю, инфраструктура в населенных пунктах находится на низком качестве, и никакие деньги из местного бюджета не могут быть достаточно сейчас для решения вопроса. Это должна быть программа, финансируемая из центра, из государственного бюджета на проекты хорошей дороги, но там просто надо в разы увеличить эти отставания. Должна быть национальная программа выделения денег из центрального бюджета. Местный бюджет не может потянуть такую серьезную статью расходов, как и потому что это не только дороги, там много, значит, там и энергетика, там и коммуникации и так далее. И очень много средств нужно, и это местный бюджет, как бы он ни делил эти деньги, никогда не будет достаточно для того, чтобы решить. Хорошо, на национальном уровне хоть раз затрагивался проект такого масштаба? Уже приводил пример, 20-й год, когда вот только начиналась пандемия, засуха и так далее, тем не менее мы почти 1 миллиард 400 миллионов выделили на ремонт дорожной инфраструктуры, часть выделили и Бельцам, вы уже говорили про эту дорогу. Да. Но каждый пункт получил, где миллионы, где больше, где меньше и так далее. То есть централизованный подход, если и понимание, как это делать, если власть желает этого делать. К сожалению, у этой власти я не вижу этого желания. И пока, как они думают решать вопрос плохого качества инфраструктуры, я пока не понял. Может, пока мало времени прошло? Или уже на этом этапе должны были быть приприняты какие-то меры? Мы говорим о бюджете на следующий год. Там не видно особых там. Да, они решили, что не 50, а 100% вот сборов, которые тут дорожный фонд, будут распределены местным властям. Но это на самом деле ничего не меняет, потому что, да, до сих пор поступало 50, но остальные-то 50 тоже через решение Совета Дорожного фонда все равно в населенные пункты выделяли эти деньги. Они же не оставались там в доме правительства и так далее. Да? То есть просто идет другой подход по распределению, все эти конкурсы просто будут организовывать местные власти, а не центральные. Но явных повышений финансирования инфраструктуры, к сожалению, в этом бюджете нету, не видно. Спасибо, что уточнили этот пункт. Сейчас хочу перейти к такой проблеме, как газ. Поставки газа уже избитая тема, но она до сих пор актуальна, так как влечет за собой увеличение цен на все, и мы с вами так вскользь это затронули. Нам правящая власть говорит о том, что у нас такая цена на газ, так как цены поднялись на мировом рынке. Однако президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич договорились о цене на газ, которая составляет для Сербии 270 долларов за 1000 кубометров на следующие 6 месяцев. Почему Сербии удалось договориться о такой цене на газ, а Молдове не удалось? Но, Иван Васильевич, об этом мы с вами поговорим после короткой рекламной паузы. Уважаемые телезрители, мы вынуждены Уважаемые телезрители, после короткой рекламной паузы мы снова в студии. Итак, Иван Васильевич, до того, как мы ушли на рекламную паузу, я вас спросила, почему Сербии удалось договориться о такой цене на газ, а Молдове нет? Не только Сербии удалось договориться о такой цене на газ. Да, не только Сербии. А, Венгрии, какие страны. Но вы правы, именно что договорились. Для того, чтобы договариваться, надо говорить, надо вести переговоры. Ибо мы помним, как эта власть начинала переговоры по новому контракту. Вот помните, вот знаменитый, это не мой вопрос,
контракт на поставку газа – это ответственность Молдова-Газ, ни правительства, ни президента, никого. Ведь этот подход, эта позиция была у нашей страны практически до того, как поняли, что мы останемся без газа. Да? Только уже на конечном этапе правительство в лице вице-премьера нынешнего и тот, который ушел, да, включилось в этот процесс. То есть невозможно достичь приемлемой цены или приемлемых условий на поставку газа, если политическая власть не желает этим заниматься. Мы можем говорить что угодно, но экономика, особенно энергетика, имеет большую политическую компоненту, геополитическую. Поэтому мы до этого и дошли. То есть не было желания с нашей стороны говорить, переговариваться, ехать, встречаться. И мы сейчас имеем то, что имеем. Мы покупали в октябре газ в сумасшедшей цене в $790, в ноябре по 450, и вы видите, что у нас практически возникает вопрос опять отключения от газа, потому что набираются долги текущие огромные, сумасшедшие, извините, да. Еще раз, я сделаю маленькое сравнение. Наш расход газа или стоимость газа и расходованного нами в октябре и за первую половину ноября, он равен сумме или стоимости газа, который страна потратила с 1 января по 30 сентября. То есть 9 месяцев. Те же $90 миллионов. А еще на следующие 45 дней, то есть половина ноября, еще декабрь, еще 90, если не $100 миллионов. Понимаете? Вот к чему приводит вот такое несерьезное и безответственное отношение к обязанностям президента, там, премьера и так далее. Сложно очень будет, мы уже говорили, приводили эти цифры. Мы будем или получим счета с новым тарифом, который вырос 2,4 раза уже в декабре. Я честно вам говорю, не понимаю, как население, как экономические агенты смогут рассчитаться по такому тарифу. Соответственно, у Молдова-Газ опять может возникнуть проблемы, сложности с оплатой поставленного газа. Тем более, что это условие, что к 20-му нужно заплатить «Газпрому» за первый, и за расход газа в первой половине того же месяца, означает, что практически «Молдова-Газ» вынуждена платить авансом за этот газ. Соответственно, сложности могут возникнуть. И 20 декабря не исключено, что мы опять получим вот эту весточку от «Газпрома», что 48 часов не платите, отрубаем, да? К сожалению, хорошо, Иван Васильевич, отрубаем. Откуда долг? То есть люди, я вам просто сейчас как простой обыватель задаю вопрос. Мы платим, да, за газ? У людей сразу вопрос. Мы платим за газ. Откуда долги? Почему нам в течение 48 часов отключают газ? Я уже говорил, что в октябре Молдова-Газ импортировала или покупала газ у Газпрома по $790. Оттуда и этот долг. Я не расслышал, извините. Говорю, оттуда и тянется этот долг. Я хочу, чтобы наши телезрители понимали четко. Да. Значит, Молдова-Газ покупала газ у Газпрома в октябре по 790. Продавала на местном рынке по тарифу, который включает цену 148. Понимаете? Разница получается $640 на тысячу кубометров, которые вот Молдова-Газ не собрал эти деньги. Отсюда и появился этот долг. Дальше. Мы же по новому тарифу будем платить, то есть первые счета получим в декабре. Соответственно, опять же получается этот кассовый разрыв, этот период, когда Молдова-Газ вынуждена платить Газпрому 450, а получит деньги за поставленный газ с нас, потребителей, только в декабре. Вот поэтому образовался этот разрыв. Но это, как говорится, математика и техника. Почему мы дошли до этого? Вот вопрос. А дошли, как известно, именно потому, что власть не серьезно относится к своим обязанностям. И я думаю, что им безразлично, понимаете,
как будет чувствовать себя население и так далее. Выборы выиграли, ну и слава богу, как говорится. Потом посмотрим. Вы же видели знаменитые заявления, что чиновникам нужна зарплата больше, потому что у них ответственности больше, да? То есть даже не скрывают это. Ну, еще говорят, что через 4 года будет лучше. Посмотрим, если мы сможем выдержать эту власть 4 года с таким подходом. Вы бы как поступили в такой ситуации? В такой ситуации не надо доводить ситуацию до такого, понимаете? Было уже известно, что контракт заканчивается 30 сентября. Зачем мы спохватили только 25-го, когда поняли, что мы останемся без газа? То есть эту ситуацию не нужно доводить. Но раз дошло до такого положения, да, надо правительству прийти с серьезным пакетом поддержки, а не с тем, что сейчас сделали. Да? Мы приводили уже цифры. Разница стоимости газа за этот зимний период между старой ценой и новой, если взять всю, весь объем, получится где-то 200 или 210 миллионов долларов на всю зиму. Это 3,5 миллиарда лей, максимум 3,7. Сейчас правительство уже потратило эту сумму. Потратило в пятницу, заплатив 1,4 миллиарда. Сказали, что стоимость вот этих компенсаций будет 1,6, это уже 3 миллиарда лей. Плюс еще там 300 миллионов, которые заплатили полякам, как они говорят, альтернативных источникам в конце октября, вот набирается та же сумма. Понимаете, надо было направить эту сумму напрямую Молдова-Газ, чтобы она покрыла эту разницу и не позволять этому росту тарифов внутренних, который практически побуждает вот этот рост не инфляции даже, а гиперинфляции, понимаете? С одной стороны, мы те же деньги из бюджета потратим, но будем иметь эту инфляцию. Из-за того, что правительство не понимает, как правильно вот в таких ситуациях принимать решения и оказывать помощь. Этот подход мы уже говорили. Хорошо, пока. Иван Васильевич, а каким должен быть вообще расчет, чтобы огромная цена на газ, которая последует инфляция, ну, не оставили население страны без элементарных вещей, питания, тепла? Какими должны быть действия правительства? Как они должны были это все высчитывать, что все, оказались они в такой ситуации, да? Вот как я и сказала, потому что, наверное, я не знаю, договаривались вот в Сербии, и Россия там договаривались на уровне двух президентов. У нас нет. Все, мы в такой ситуации. Какими должны быть действия правительства сейчас? Я это и стараюсь как бы объяснить. Да, мы уже оказались в этой ситуации. Да. Значит, правительству нужно было выделить эти деньги напрямую Молдова-Газ, чтобы не позволить это повышение тарифа. Разница стоимости газа, который мы будем импортировать этой зимой, и то, что мы импортировали прошлой зимой по другим ценам, составляет 210 миллионов долларов. Умножить на 17, это 3,5 миллиарда лей. Да? То есть да. Эти деньги надо было выделить Молдова-Газ, чтобы она заплатила Газпрому, это предприятие, и не было бы такого большого повышения. Там можно максимум до 6 лей, так, чтобы повысить. А так мы и так тратим эти деньги, это я уже говорил, как, да? Но имеем еще эту инфляцию сумасшедшую, понимаете? То есть даже потратив те же деньги, они допустили серьезный рост инфляции, который мы ощутим и в декабре, и всей зимой, и, к сожалению, и дальше. Потому что наступит потом очередь электроэнергии, уже гигакалория уже выросла и так далее. То есть так надо было поступать. Почему они это не делают, мне сложно сказать, но, наверное, они в какой-то мере независимы в своих решениях, они вынуждены слушать или подчиняться своим кураторам, которые говорят им, как делать и что делать. Хорошо, партия власти говорит о компенсациях. Вы видели, какие компенсации? Там, да, определенные потребители, физические лица получат компенсации, да, первые 50 и следующие, то там в разных суммах, но не получат компенсации экономический агент, да, который сразу получит удар в виде разницы в тарифе 4,63 и 11,08. Да, то есть это все же окажется в конечной цене на тот же хлеб, на то же масло, на то же, не знаю, там все, что производится и так далее. Очень сильно вырастут расходы
государственных учреждений, муниципальных учреждений, полиции, ЕЦД, школы и так далее, они же не получают эту субвенцию, да, они будут, они должны будут заплатить 11,08, а не 4,63, как было до сих пор. То есть получается вот этот, это распространение по спирали этой гиперинфляции, которая ударяет по всем потребителям. Абсолютно. Поэтому по всем слоям населения выходит. Так и получается. Хорошо, как будем выживать эту зиму? Я надеюсь, что в декабре, когда правительство поймет, в какой ситуации оказалось население и страна из-за этого сумасшедшего роста тарифов в 2-4 раза, они поменяют свое видение и свой подход, и они выделят эти деньги напрямую Молдова-Газ и снизят серьезно тариф хотя бы до 6 лей. Я очень надеюсь. Если они этого не сделают, Молдова-Газ не сможет собирать эти деньги у населения и у потребителей. И тогда получится коллапс. То есть по договоренности господина Спыну в Москве, не платишь текущие поставки, газ перекрывается. То есть не будет такой возможности у населения, у потребителей платить, мы останемся без газа. Желательно, чтобы правительство это сделало до этого. То есть поменяло этот подход, заплатило деньги Молдова-Газ и снизило серьезно тариф. Иначе мы окажемся в полном коллапсе. Иван Васильевич, в том, что вы сказали, я услышала ключевое слово «поймет». Что, сейчас не понимают, что происходит? Я сомневаюсь, что они понимают, что происходит, и, как видно, их не особо затрагивают эти проблемы, то есть невозможность населения оплатить там за тепло, за газ, за питание и так далее. Ну, опять же, надеюсь, поймут. Выйдут люди, не будут сидеть только в своих кабинетах и услышат мнение народа. Поэтому. Иван Васильевич, давайте поговорим о увеличении пенсионного возраста. Я также прочла и на вашей страничке в Фейсбуке ваше высказывание. За повышение пенсионного возраста проголосовало 56 депутатов, вернее, за поправки к закону о государственной пенсионной системе. Что думаете о поправках? Ну, они на самом деле, да, проголосовали, аннулировали то решение парламента, принятое в декабре прошлого года, которое тоже было принято на волне популизма, без серьезных расчетов и так далее. Сейчас они практически отменили вот те изменения, и, соответственно, ничего не поменяется, потому что те изменения должны были войти в силу 1 января 2022 года. То есть этого просто не произойдет. Угу. Теперь мы имеем следующую ситуацию. Значит, к 2028 году, который, значит, выхода женщин на пенсию должен быть 63 года, для мужчин уже сейчас 63. К 2024-му стаж необходимый для того, чтобы у тебя было право выйти на пенсию по возрасту, должен быть 34 года у женщин, 34 года у мужчин. Понятно, что мы не можем сейчас говорить о том, чтобы снизить пенсионный возраст для мужчин. Но то, что вот сделали с возрастом и со стажем для женщин, это... опять же, говорит о том, что эта власть не понимает и не знает реалии Республики Молдова. И как мы уже говорили, этот подход практически демотивирует желание, или демотивирует женщин иметь детей, да, потому что практически очень сложно собрать этот стаж 34 года, когда стаж включается только 8 лет. То есть, если МИД, да, 8 лет, там, где был декрет, да, болезни, учеба и так далее, да, то есть практически, если женщина родила трех детей, практически уже не весь срок включается в этот стаж. Тем более они сделали или подали как бы такой обман обществу, сказали, что нет, но взамен мы предоставляем право на досрочный выход на пенсию, да, то есть... Вы можете выйти на пенсию и раньше 63 лет, но женщина должна иметь или накопить 37 лет стажа. И при том не просто стажа, а 37 лет контрибутивного, или как сказать, стажа, когда 37 лет должен платить в этот социальный фонд. То есть в этот стаж 37 лет не входит ни учеба,
ни декретные отпуска, ни больничные и так далее. Да? То есть понятно, что это просто такое издевательское отношение к населению, к женщинам, когда говорят, вот у вас появилось право выйти на пенсию досрочно. Нет, это практически невозможно достичь такого стажа, тем более, если женщина будет иметь детей. Да, поэтому это все демотивирует желание людей иметь детей, еще сильнее влияет на демографическую ситуацию у нас, которая и так плачевна, и так далее. Очень сожалеем, что вот по самым важным вопросам социальным у этой власти нет ни видения и ни желания. Нет желания что-то менять или что-то улучшать. Наоборот, идет ухудшение ситуации. Вы знаете, я не могу сказать, что до сих пор женщины прям рожали детей с большим желанием, то сейчас это будет еще плачевнее ситуация. Да, к сожалению, как мы говорили, в этот стаж, необходимый для выхода досрочного на пенсию, в эти 37 лет не включаются вот эти периоды, которые мы говорили. То есть практически женщина, если родила, взяла декретный отпуск, там 3 года или сколько она может взять, там, то есть ни один день из этого срока не включается в тот стаж. Не включается в стаж, да. Понятно, что это демотивирует желание людей рожать детей. Иван Васильевич, по вашему мнению, партия власти удается воплотить в жизнь обещанное во время предвыборной гонки? Почему не удается? То есть, исходя из того, что я сегодня услышала от вас, я так понимаю, что вы больше высказываетесь, что все-таки не получается у них воплотить в жизнь обещанное. Почему не получается? Я не хочу быть субъективным, но, наверное, все на поверхности видно. Они говорили про, опять же, по подходу к формированию бюджета. Говорили, что снизят расходы. Тебе, парламенту, вы повысили, людям понизили, да. Никакой прозрачности вообще нет в деятельности этого правительства, этой власти. Мы до сих пор не знаем, по какой цене мы покупали газ за те 300 миллионов, которые закупили. Да, контракт на газ так никто и не видел. Да, никто не видел проект бюджета до того, как он был утвержден. Разве это говорит о том, что эта власть прозрачна или честна с населением? Нет. Ну, там только они наобещали в этой предвыборной кампании, что не счесть. Я не думаю, что они хотя бы что-то из того выполняют. Опять же, не хочу быть субъективным, но факт налицо. Ну, подождите, не так все плачевно. После 100 дней выходили, говорили, что как минимум 2 уже пункта выполнили, это повысили пенсии и вывели страну на международный уровень. Ну, издеваться над населением они любят, это издевка. Какую пенсию они повысили? Вы же помните, как обещали, повысить минимальную пенсию всем. Что в итоге получилось? Совсем не всем, как говорится, и не настолько, сколько обещали. Да. То есть и в условиях этого взрыва и волны инфляции, то, что они повысили, практически никак не повлияло в лучшую сторону, да, для людей. Это все лозунги, к сожалению. Что касается их любимого, опять же, лозунга, что мы вышли из изоляции и так далее, вы вот можете посмотреть еще раз цифры выполнения бюджета прошлого года и этого, вы увидите, что сумма, которую мы получали или как гранты, или как займы в прошлом году, они равнозначны суммам, которые поступают в этом году. То есть это, опять же, только политика и голословные заявления. То, что госпожа Санду каждую неделю куда-то летит и туризмом занимается, это совсем еще не означает, что все, что она там делает, как-то в лучшую сторону влияет на положение страны. Мы не видели там особых изменений, да, в лучшую сторону. Как раз наоборот происходит. Поэтому, да, любят власть, конечно, хвастаться. И мы видели тот отчет за 100 дней. Кто смотрел внимательно, видели, что среди тех 148 действий, которыми они хвалятся, есть многие, которые вообще не выполняли. Там по части, например, поддержки малого бизнеса, они пишут, что утвердили постановление правительства. Проверяешь, вообще нет такого постановления правительства. Да? То есть
идет явный обман населения, и потом бесстыдный такой бессовестный. По вашему мнению, у них есть вообще видение, стратегия, в каком направлении вести страну? Я не хочу отвечать вопросом на вопрос, но вы видели хотя бы какой-то план, какую-то стратегию после того, как уже прошли практически 4 месяца с момента вступления в должность этого правительства? Я, например, не видел. Хотя, опять же, в предвыборной кампании что они говорили? У нас есть стратегия, у нас есть планы, как все поменять и как все... Я поэтому и задала вам этот вопрос. Да, нет никакого плана, к сожалению. И, опять же, мы все понимаем, что основной документ, основной план страны – это бюджет, да, на следующий год. Какое видение в этом бюджете? Повысить зарплату депутатам и президенту и забыть о бюджетниках, о учителях, о докторах, которые вообще ничего не получат повышения. Это видение. Мне кажется, что этого видения у них нет. С пандемией справляемся? Насколько я помню, ваше правительство очень по поводу пандемии критиковали. Сейчас мы справляемся с пандемией? Критиковали по делу, но критиковали как раз те, которые сейчас вообще допустили полный крах системы. Да? Опять же, давайте на статистику посмотрим. Это трагическая, черная статистика по смертям каждый день. Да? 50, 60, 70 и так далее. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что власть практически оставила этот вопрос там, вывела из приоритетов, будем так говорить, и каждый справляется как может, да? Каждый выживает как может. Поэтому я не хочу политизировать этот субъект, как делали они. Но видно явно, что количество смертей, количество этих случаев сильно выросло. Сейчас мы наблюдаем какое-то снижение, но опять же, уже ясно, что новая волна опять будет, потому что, к сожалению, не только нас затрагивает. И что мы видим со стороны власти? Вот, говорят, закроют этот ковид-центр на Молдекспо, да? Вот такое решение они принимают, хотя даже не подумали, почему он был открыт тогда, вот весной 2020 года. То есть просто закрывать и принимать решение так, от, не знаю, не подумав, это ни к чему хорошему не приведет. Вакцинация у нас на уровне 25%. Хотя вакцины есть, все есть. То есть мы опять же видели, как эта власть понимает процесс, как организовать. Ловит людей на улицах в селе. Да. Вот поймали, извините, как скотину, вкололи ему и гуляй дальше. Да. Это разве подход нормального человека к этому процессу? Когда люди видят это, что говорят? Наоборот, укрепляется вот этот скептицизм, да, по поводу необходимости вакцинации и так далее. Поэтому все это, когда собираешь вместе, как конечный итог имеем черную статистику, трагическую, к сожалению. Иван Васильевич, наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Вам огромное спасибо, что вы нашли время, чтобы пообщаться с нами, ответили на наши вопросы. Вам спасибо, сожалею, что на такой пессимистической ноте мы закончили наш разговор, но поскольку в следующее воскресенье у нас выборы, второй тур в Бельцах, я обращаюсь, прошу бельчан, чтобы участвовали в выборах, выбирали так, как они считают, ибо местная власть играет очень-очень важную роль. Удачи вам всем и берегите себя. Спасибо. Огромное спасибо. Уважаемые телезрители, мы желаем вам хорошего вечера и до скорых встреч.